Всем привет из Ташкента. Мы сегодня рано проснулись, позавтракали и едем пообедать. Только не знаем пока, куда едем. Куда мы едем? Муж сам не знает. Куда-то едем. Пробки. Вот мы едем, смотрите. Это банковские дома вроде. А вот Мирабад Авеню. Hyundai Accent. Вот он. Смотрите, какая красота. Для новостройки. Это самые дорогие, да, в данный момент? Дороже есть, да? Это люксовые апартаменты. Но это же не высокоэтажка. Вот мы прям напротив. Извиняемся. Мы будем сидеть напротив Мирабад Авеню. Вот Мирабад Авеню, а мы будем здесь сидеть. Называется оно. Сейчас парковку найдем. Ходим. Тут вроде доставку делают тоже. Номер телефона. Вот Мирабад Авеню. Сейчас помоем. Может, там сядем? Здесь, по-моему, дышит. Мне без разницы. Там? Микроклимат вообще шикарно сделали. Может, мы туда сядем? Тут, подождите, тут микроклимат. Ну, давайте, хорошо, сюда сядем. Столик, смотрите, какой красивый. Очень яркий, с горошками. Да, есть. Это к Лагману. Куда есть? Я, наверное, Лагман закажу все-таки. Это антисептик, спирт. Тут все есть. И этот хорочой, да, Витта Лимонли? Питта? Да, много не надо. То, что есть. Да, это все. Да? Питта сырная. 30 тысяч. Цены очень хорошие. Шашлык 16 тысяч. Плов 1 килограмм от 160 до 250 тысяч. Все. Заказала лагман, муж заказал мостовую. Выбрали хорошее место. Тут и не жарко. Тоже под деревьями сидим. Нам принесли вот чай с лимоном, аччу, помидоры с луком
и ярым доры. И один хлеб. Чай с лимончиком. Остава прошла. Мой лагманчик пришел. Сейчас добавлю сюда чуть остренькое. Чуть-чуть добавила. У нас уйгурский лагман это. Выглядит очень аппетитно. Покажу вам, как это выглядит. Вот. Очень вкусно. Попробую сейчас. Правда, очень вкусно. Не зря хвалили. Приятного аппетита нам. Это вот как лагман готовят. Тут покушали, было очень вкусно. Приходите, такое заведение называется. Анор прямо напротив. Мирабад Авеню. Так вот готовят. Мирабад Авеню, почему ты такой красивый? Это вход. Напротив Стамбул какой-то ресторан. Ходили в офис продаж, оказывается, остался. Вот там у них три блока. Это первый считается блок. И одна квартира осталась двухкомнатная на 5-м этаже. Это вот, вот здесь будет находиться. Первый блок готов, второй блок строится, третий еще только строится. Так что прайс-лист взяли мы. Я сейчас покажу цены, сколько стоит метр квадрат. Вот прайс-лист Мирабад Авеню. Люксовые апартменты. Блоки А и Б. Первая линия. Количество комнат. Вот с 2 комнат до 4 комнат. Это площадь метр квадратов. И общая стоимость. А примерно двухкомнатная квартира оценивается... Сколько? 100 тысяч, да, вы сказали? 100 тысяч долларов. А 52 метра квадратов получается. И вот уже дальше. Есть, которые 200 тысяч. Четырехкомнатные. И почти вот эта трехкомнатная тоже почти 200 тысяч стоит. Хера, 75 квадратов, это двухкомнатная. Ну, 79 квадратов, двухкомнатная. Да, есть. Нифига, есть у них. Ну, это двухкомнатный. Я думаю, что вы можете сделать трехкомнатную. Нет? Это же коробки. Вот это вот двухкомнатная. В данный момент свободно. На 5-м этаже. По этой цене. Это, оказывается, последняя двухкомнатная.
в блоке А. Так что вот вам прайс-лист, кто хочет купить. Вот тут вот контактный телефон, сейчас покажу. Вот, имена. А мы едем дальше. Вот еще реклама Акай-Сити делают. Акай-Сити мы уже были.